Друзья, только что посчитал свои фонды в накопление. Давно не считал, с 24 марта, а сейчас уже 18 апреля, почти целый месяц. И знаете, в чем парадокс? Меня это прям вдохновило, воодушевило и напомнило, что есть некая мистика, когда ты считаешь деньги, то ты управляешь деньгами, они управляют тобой. Короче, суть в чем? С каждого дохода я 20% кидаю в накопление, 20% в покупки, остальные в так называемый фонд на аванс. Ну, это типа на текущие расходы. Вот, обычно я много туда перевожу, фонд накоплений, ну, почти все, что у меня есть, чтобы там депозит работал на меня. Маленький, но все же. И вот что я обнаружил, за этот месяц я делал какие-то расходы, я практически только один раз пополнял этот фонд. Вот вместе с доходом. И у меня были еще доходы, но я не переводил, так и не валялись на счету, потому что я хотел там налоги платить, заплатил, вот и все такое. И что вы думаете? К сегодняшнему дню, вот ровно с 24 марта по 18 апреля, я израсходовал весь фонд покупок, это из которых я 20% вычисляю, весь фонд аванса, это куда я все остальное складываю. А накопление, вот вы не поверите, ровно в ноль. Ровно в ноль. Ну, то есть я ничего не потратил из накоплений, другими словами говоря. Вот они у меня как были определенные суммы на 24 марта, так они и остались. Ну, плюс еще увеличились, потому что я 20% от них отстегивал. То есть из накопления ни копья не ушло. Блин, вот это сила Excel. Это сила не Excel даже, а сила. Когда ты делаешь сбережения, они тебе не уходят. Ты знаешь, что это неприкосновенный запас, это твой капитал, и он только растет. И хоть я немножко подзабил на фонды, но подсознательно, видимо, или, я не знаю, или это воля вселенной, но я действительно, вот сейчас только у меня ноль. Но сейчас мне не нужно снимать уже, потому что у меня пришли новые деньги за работы. Вот, я их сейчас туда переведу. Охрененно. Вот это сила финансов. Это magic. Я вот когда посчитал, я реально выпал в шок. Потому что, ну, представляете, я не специально снимал такие суммы, чтобы подогнать под ноль. Но когда это вышло, и оказалось, что это ровно, вот прям в ноль. Вот 18 апреля последнее движение было ровно в ноль. То есть сегодня ровно в ноль. Я не знал, сколько снять. Я сегодня снимал 9 кусков с МКБ. И это оказалось, закрыло ровно в ноль все остальные фонды. У меня остались накопления нетронутыми, девственно чистыми. Блять, это магия чисел. Я офигеваю, ребят.